еще один хитрый. Ну ничего страшного. ПДД перечитайте. Масло горит, что, что горит? Масло горит, хотел вот залить масло. Масло? Конечно. Значит, можно нарушать? На что-то поставить машину и идти за маслом, какие проблемы-то? Нет, база у нас есть, коллеги. Ну поставьте машину и сходите за маслом, какие проблемы-то? Куда? А где у вас масло горит? Покажите, где? Где масло горит? Где, покажите? Я что сейчас вот самое? Ну вот, смотрите, ну. Сейчас, подождите. У тебя масло горит. Вот, пока не вижу. Я не вру. Я чрезвычайно просто сам. Я не то, что у меня там идет измерение уровня масла. Да, да? Сейчас вот подождем. То есть, если вы сделаете круг 600 метров, эта машина взорвется? Красная уже горит. Вот в чем дело. Я просто извиняюсь, но красная вот горит. Сейчас я вам покажу. Я не вру ничего. Так, ну надо вызвать эвакуатор. Да, так-то, по идее-то. Если машина в неисправном состоянии, надо вызвать эвакуатор. Колонна вот стоит. Нет, по ПДД, если у вас машина неисправна, вы не имеете права вообще двигаться. Вызывается эвакуатор. А, ну такие, ну значит 600 метров-то еще вот туда проедет, да? Возле маяковки можно развернуться. Ну а если сейчас стуканет, в общем дело. Ну, так не надо было вообще на линию выезжать, если она так стуканула. Сейчас нормально, все раз и все. О, видите, уже нормально все, да, заработало. Вот так бывает-то. Долго измерять так. Потому что сейчас я заглушил ее. Я еду и глушу. На светофоре еду и глушу. А-а-а. Вот в чем дело. А кого хоть возите-то? Вожу. Ну ладно, потом в интернете посмотрим. Все узнаем. Ну зачем? Ну, напишем в интернете, что вот до чего довел машину человек государственный. Уже на ходу останавливается, и масло кончается, и горит. А сколько машине лет-то уже? Год три, наверное, да? Да ну, 8 лет. 8 лет, о! За 8 лет пробег 116 тысяч. Не скрученный, надеюсь? Нет, не скрученный. Хорошо. Ладно, пока стоим. Да, давайте, удачи, пока едет, едьте, но не нарушайте больше. Вот ехать осталось 600 метров. Ну, сейчас стуканет и все, вот и все. Ну, да.